Здравствуйте, меня зовут Рукосуев Денис, руководитель Краевой Федерации УШУ. Сегодня мы приехали в город Ачинск для проведения первого семинара. Познакомимся с УШУ более углубленно. В Ачинске секция существует с 2019 года. Ребятишки занимаются, разучим боевые связки, будем готовиться потихонечку к соревнованиям. Занимаюсь уже давно, около уже 11 лет, даже 12 год уже пошел, с 5 лет. Вот. Изначально, маленький садик, надо куда-то отдавать какую-то спортивную секцию. Мама решила, что отдаст в УШУ, но я пришел. Сначала как-то, непривычно все-таки новый коллектив, новая обстановка. Вот. Потом как-то сжился, привык, начало нравиться, начал изучать новые элементы, новые техники. Начало нарастать. И вот какого результата добился за эти 10 лет. Хочу получить мастера спорта по УШУ, поэтому прикладываю все усилия, чтобы это сделать. В ближайшем времени пройдут чемпионаты первенства по УШУ, где команда Ачинска примет участие. Ребята у вас очень хорошие, физически развитые. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих заниматься УШУ. Тренировки проходят на базе 16-й школы в городе Ачинске. Занимаются мальчики и девочки с 3 лет.